обошел, передачу никому не отдал. Его там накрыли и в быстром отрыве у себя практически всю защиту Самары. Сам атакует через Гудумака. Дальнюю попытку мажет и третью сразу туда. Взял мяч в руки, 4-3. Чебашика атакует через две руки. Мяч вниз на Ступеду. Ступеда без пробежки мяч отдает. И вниз на сей раз сверху. Вниз на Ступеду, Ступеда на Гумбеме, Гумбеме отброс, Чебашик, еще одна дальняя попытка. Позицию не успел, дальше двигает мяч Гумбеме на Мотовило. Шага успевает позицию восстанавливать, Гумбеме 1:45. Получает после размена Томпсона, шаг в правую сторону и точен. Чем играет подбор Коско, Гумбеме. Гумбеме через Гудумака точен. Гумбеме с отшага. И вот второй четверти. И перехватывает мяч Минск. Улетает быстрый отрыв. 12 секунд остается. Еще одна дальняя попытка.